Этот день, каким же он будет? Я хочу сделать его идеальным. Но как подготовить все самим? Найти ресторан, подобрать ведущего, фотографа, организовать транспорт, выбрать свадебное платье. С чего же начать? Я всегда советую молодоженам обращаться к профессионалам, потому что, как правило, самостоятельная организация своего торжества влечет за собой либо плохо организованное торжество, либо изнеможденное состояние молодожена к концу своего торжественного вечера. Профессионалы обладают всеми необходимыми контактами. Это и тамада, это и артисты, это и площадки. Всю свадебную кухню мы знаем изнутри. Во-первых, мы с Дашей, моей женой и соучредителем нашего свадебного агентства, провели уже более 500 свадеб в качестве ведущих и организаторов. Во-вторых, у нас у самих состоялась свадьба в 2011 году. Поэтому мы очень хорошо знаем, насколько это сложный, важный и незабываемый день. Обычно мы встречаемся с молодоженами и консультируем их по вопросах проведения свадьбы. На этой встрече будущие супруги узнают очень много нового. А если нужно, мы беремся помочь в ее организации. Мы используем европейский подход в проведении свадеб. Мы тесно общаемся с коллегами из Европы. Считаем, что это лучшее, что можно предложить сегодня. Наша задача – дать молодоженам не думать ни о чем, кроме друг друга и гостей. Все остальное мы берем на себя. Подбор ресторана, ведущего, фотографа, видеооператора, составление сценария праздника, расписание дня и организацию транспорта. Вообще, мы очень рады, что обратились сегодня к ФУМИ, потому что организация была сложной, и я не знаю, как бы мы сами справились со всем. Вообще, было две ситуации, которые чуть не испортили нам всю свадьбу. Во-первых, свидетеля сломалась машина. Находился он далеко, и у него были наши кольца. Но ребята разобрались и сделали все так, что кольца доставили вовремя. Я ничего не заметила и узнала об этом только после свадьбы. Ведь если бы я узнала об этом тогда, у меня, наверное, случилась бы истерика. Ведущего мы выбирали сами, но в последний момент он отказался и вернул предоплату. Тогда ребята из агентства пришли нам на выручку и в кратчайшие сроки нашли нового ведущего, который прекрасно провел наш праздник и спас наш день. Если вы планируете свадьбу, то мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Поможем обойти подводные камни в ее подготовке. Звоните, все расскажем.